Так, здрасте, мой маленький любитель видеоигр. Сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие в волшебный мир. Это замечательное, но уже с новым проводником в этот самый мир, Xbox. Спустя 8 лет я возвращаюсь на зеленую платформу. Временно, так сказать, пересаживаемся с синей. Пока что не получается сочетать эти две платформы. Денег надо очень много на это. Надо будет сейчас по громкости свести все. Так, ну что ж, сегодня Full HD. Full HD 60. Так. Вермедиа на весь экран. Это хорошо. Как же хорошо стримить с консоли. Это просто балдеж, чуваки. Это просто балдеж, конечно, да. Начинаем опять стримить с консоли. Получать эстетическое удовольствие. Так, ну что, давайте запускать игру. Вот она у нас. Кодвейн сегодня у нас будет, потому что она недолго будет в геймпассе, скорее всего. Это не собственность Microsoft, поэтому она здесь пролетом, так сказать. И она одна из немногих, которая работает в 60 FPS на Series S. Вот, поэтому очень удачно сошли звезды. Я хотел дать этой игре еще один шанс, потому что пока она подтормаживала. Посмотрим, насколько эти 60 FPS будут стабильны на консоли. Потому что на ПК они были очень далеки от совершенства. У меня сильная игра просаживалась. Так, громкость. Я вижу, что есть запас громкости. Сейчас будем сводить, смотреть. Кто вы? Бля, можно у меня автоматически будет как-то вот это осуществляться? Ну, вообще... Нет, а, ну тут 60. Ну, давайте вот так сделаем, ладно. То есть тут система... Зашибись, сколько всего дают. Хорошо, окей. Блять, окей. Игра! Завязывай! Хорошо. Господи Иисус, да что ж такое-то, а? Да хорош уже. В сети без... Ну хорошо, пускай будет в сети. Так. Вибрация стиков очень странная вещь. У меня на ПК она не работает, потому что Windows еще старенький. Но, конечно, жесть. По стикам, в смысле, по триггерам, по куркам так херачит, что пальцы потом начинают тошнеметь указательные. Так, ну что, по звуку вроде все нормально, да? Мы, наверное, трогать ничего не будем. Да, здесь у меня все откалибровано. Ну, мы, наверное, так оставим. Я немножечко единственное сделал. Давайте вот так. На всякий случай, если вдруг. Блин, может лучше было играть вообще на самом деле. Да ладно, не важно, короче, если что, выключим. Да, странно, видимо, здесь теперь как... А давайте вон, не, в сети раз поставим. Видимо, здесь теперь как на Nintendo Switch. На Nintendo Switch. Окей.
Надо аватарку будет все так поменять, что там какая-то кривая аватарка, надо будет потом посидеть. Так, мы смотреть не будем. Мы же, блядь, можем не смотреть? Игра, алло. Вспомнить имя. Ария. Мы будем играть за бабу. Ария, псевдоним. Нет у нас псевдонима. Можно без псевдонима? Можно. Женщина. О, Лонг Джонсон. Блин, мы тогда долго настраивали, пиздец. Мы сделали почти Мириам из этого самого, но, блин. Черт. Как-то мы ее тогда сделали с вами очень удачно. Давайте вот эту возьмем тему. А что, у него косичка не контрится, что? А вот. Нет, подождите. У него косичка, короче, не контрится. А, убрать пока. Блин, а я не помню, как там мы делали-то, а? Как у Мириам тогда делали прическу мы с вами, но я не помню у тебя и как. А, во! Вот как у Мириам прическа. Ништяк. Такая вот у нее. У нее они, по-моему... Так, нет, подождите, стоп. Блять. У нее не темный, короче. А к низу становится. То есть, а как сделать? А вот к низу они у нее становятся, да, рыженькие. О, уже ботики подходят. Ничего, так нормально, нормально. Ой. А, во. Во. Похоже. А это что такое? А, это ярко выраженность. Так, лицо. Блин, да хер его помнит, какое у нее лицо было. Пусть вот это будет, то глаза ниже. А, это вот именно. А нет, чтобы пониже сделать как-то вот глаза, не? Блин, отстой. А, и тут цвет еще, да, надо выбрать. Я не помню, какого цвета у него глаза были. Так.
Так. Глаза у тебя какого цвета? Ты серые. Темно-серые. О, Шалашаткин, здорово. Варк, здорово. Я тут под Мирием просто делал это самое. Да, приехал. Я запустил картинку. Если кому-то интересно посмотреть на мою малышку, то в Дискорде есть картинка. Так я показывать, конечно, не буду. Он стоит на полке. Сейчас расскажу, как купил все, что, как сделал. Только сейчас хотелось бы настроить немножечко под Мирием, чтобы было похоже. Почему именно Кадвейн? Потому что она есть в геймпассе, а у меня ничего кроме геймпасса нет. Вот, поэтому, а так как это эксклюзив временный, то, соответственно, вот. Ну что-то херня какая-то получается, а не Мирием, поэтому хер с ней, короче, ладно, что-то у меня не получается, короче. Просто раз так пиздато получилось Мирием, в этот раз что-то нихрена не получается. Так, короче, можно это самую основу какую-нибудь готовую? Какая-нибудь наверняка тут есть хорошая, готовая. О! Что-то мало как-то у них тут присел. О, Барбара из Геншина. А чё Никитсин? А чё Китсин? Так, можно волосы? Косичка. О, с хвостиком. О. Так, а вот этот дурацкий убрать. У нее слева тут. А, тоже убрать. А, нет. А, слева это как раз, да. Блин. А можно без вот этого говна, но с хвостиком? Но без пряди, блядь. Ну, вот так, короче, пусть будет. Ладно, хер с ним. Хотелось бы с хвостиком просто. О, ничего себе. Вот это да. Так. Ну давайте, ладно, вот этот возьмем, хер с ним. Вот этот менее анимешный. Ох, как же здесь много всего. Короче, мне лень это делать. Подтвердить, поехали.
А, мы должны именно куху ей какую-то здесь дать, да, какую там. Только, может быть, в клубе как-нибудь на выходных. Посмотрим насчет коопов и всего этого, посмотрим. Надо еще тут подумать, что как вообще, пока вообще не знаю. Так, надо, я не знаю, что стримить вообще буду в ближайшее время. Кликуху надо ей какую-нибудь. Кликуху. Блин, у меня Ария это имя. Хорошее имя. Чего ей не нравится? Твоя непристойность. А что? Какое нахуй псевдоним? Откуда я знаю, что здесь будет отображаться имя или псевдоним? Ну пускай ее будут звать, короче, тогда Маруся. Маруся. А кликуха. Я. Да почему ревенант, я не понимаю. А, тут нельзя. Ясно, то есть можно только на русском имя. А так, короче, можно только английский. Ай, блин. Продублируем. Короче, Xbox. Звонят, короче, сегодня с утра. Типа, здрасте. Часов 10, наверное. Я, типа, ну, сейчас привезу вам Xbox через часик. Я ему называю, типа, подъезд, там, этаж, все дела, код домофона. Он такой, типа, я через часик вам перезвоню, как подъезжать буду, вы мне, типа, все это расскажете. Я говорю, хорошо. И думаю, ну, раз он еще раз все равно будет звонить, значит, я буду лягу спать, короче, успею. Он позвонит второй раз, я проснусь, встану, привет, смородина. И все, типа, сделаю. Вот. Блять, этот придурок запомнил, видимо, все, что я ему сказал. И второй раз позвонил. Сразу дверь, звонок, дверь. Я просыпаюсь, только, блядь, что на тебя натянул, подхожу, говорю, кто там? Он говорит, ты курьер. Я такой, блядь, думаю, ебаный рот, что через жопу-то все так, а? Открываю, короче, стоит без всяких упаковок. Просто коробка Xbox. Без пленок, без вообще ничего. Просто коробка Xbox, как в магазине, вот она стоит. Дает мне, блядь, и чек. Говорит, до свидания. Я такой, окей. И я такой, короче, сонный. Стою с этим Xbox. Привет, Дельбова. Стою с ним, короче, с коробкой с этой, думаю, блядь, спать ложиться? Или типа подключать? Потому что, ну это же Xbox, это же, блядь, все-таки, ну, дефицит, как в советское время же попали, то есть хер найдешь. Думаю, бля, ну я, конечно, не усну теперь уже, чё. Благо, я заранее все подготовил, потому что Xbox нужно пипец. Во-первых, я место расчистил под него. Во-вторых, купил дополнительный провод сетевой, патчкорд, чтобы в интернет по проводу выходил. Потом дополнительный HDMI для карты захвата. На телефон поставил приложуху, залогинился, потому что если кто будет покупать Xbox, учтите, вам обязательно нужно будет приложение Xbox на телефоне, и там лучше сразу залогиниться. Потому что без приложения Xbox у вас не включится, работать не будет. То есть он включится, но работать не будет. То есть пока вы с приложухи все не настроите там. Вот. И плюс еще надо обновить его сразу. То есть обязательно нужно, чтобы у него интернет был, и обязательно приложуха на телефон. Вот. Короче, все это сижу. А, еще, бля, когда распаковал. Она маленькая, да, очень. Это же слимка. Это S-версия. Я, короче, стою с этой коробкой. Короче, она белоснежная. Вот. Открываю ее, там Xbox. И все. И места больше, причем больше ни подо что нет. И я так стою. И такой, а где остальное? Джойстик, провода. Думаю, что за хуйня вообще? Так встаю, что, блядь, такое? Блядь? Думаю, как, куда? А тут просто белоснежная такая коробка. Вот. Я такой, че вообще? А там, короче, один из бортиков, он такой толстый. Ощущение, что это просто как бы часть коробки. А нет, он открывается. И там все лежит, короче. Я такой, ёбаный. Я думаю, я далеко не единственный, кто тупил, искал, короче. Потому что ее не видно. Она реально просто как борт коробки выглядит.
И потом сижу, все настроил, короче, залогинился. У меня, благо, был за счет того, что джойстик отдельно покупал, там шел в комплекте Trial Game Pass на 14 дней. Как с Xbox, триалов никаких нет, учтите. То есть, если вы покупаете Xbox, готовьтесь сразу покупать либо игру какую-нибудь, как обычно, либо Game Pass. Ну, благо, Game Pass стоит дешево, там, если на платиру покупать. Чем хороший Xbox, вот я купил, у меня ни одной игры нету на него, кроме индюшатин всяких. А похуй, купил это самое. Покажи. Не, я ее не могу показать, она стоит на полке. Я только коробку могу показать. А если хочешь, у меня в Дискорде есть фотка Xbox, можешь в Дискорд зайти посмотреть. Но показывать я ее не буду, она стоит на противоположной стороне. Вот. И, короче, настроил все, блядь, поделал. А, управление же надо поменять. Звука нет. Думаю, блядь, что за хуйня. Короче, я долго ебался. То ли карта захвата, думаю, то ли Xbox браконы. Короче, я колонки забыл включить про Sony. Я просто, блядь, это было охуенно вообще. Бля, а можно как-то я автоматически как-то вот оно у меня само. Пресет какой-нибудь есть? Типа подобие Dark Souls, не? Блять, это мы сейчас заебемся делать, как Dark Souls управление. HDMI старый, он все поддержит HDMI, но без новых HDMI не будут работать HDR всякие, 4K не будут работать и так далее. Вот, но если у тебя Full HD 60, то да, он будет поддерживать. Все новые HDMI поддерживают все старые, поэтому не переживай. И даже Wi-Fi есть, то есть если у тебя вдруг не будет этого самого провода, как я себе заранее купил. Я просто всегда все люблю подготовить заранее. Все купил заранее. Все провода. Так. Господь, Господь. Так, ну вот, наверное, как-то так. Ну, попробуем так, короче. Так, ну чё? Чё мне надо делать теперь? Открыть полевое меню. Открыл. Чё дальше? Господь, Господь. Чё уходи? Выберите текущий код в меню. Чё я должен выбрать? Игра, завязывай, а? Так, проверьте свой код крови. Как я должен это сделать? А, вот здесь, наверное, где-нибудь. Вот, ну вот он. Блять, что за... Сейчас будем вспоминать потихонечку. Погромче, наверное, надо будет сделать, да? Тиховато что-то. Кстати, сегодня Full HD 60. Так как я буду стримить, когда с Xbox, у нас будет повышенное разрешение. И битрейт 8 мегабит, поэтому если лагает, ставьте ниже разрешение. Так, кнопка бега не работает. Здесь нет бега, походу, да? А, вот бег. Бля, а как мне после Геншина-то с его другим управлением-то привыкать?
Блять, у этого джойстика реально вибрируют курки. Пиздец, у меня пальцы онемеют нахуй. У него реально курки вибрируют, это неудобно. Нахер надо выключить это говно. Можно было бы выключить... Нахуй мне вибрация курков, зачем это сделали? Так что Дустан нас еще ждет, но его надо качать и качать. Вот. Ну и там всякие против Думы, Ори и все прочее. Но просто Ори и Дум никуда не денутся, а Кудвейн могут убрать в любой момент. Ну, не в любой момент, они предупреждают за 2 недели до того, как игру убрать. Они предупреждают, поэтому как минимум 2 недели у меня есть. Вот. Так, пропустить обучение, поехали. Я сейчас сам разберусь, я что-то примерно помню. Засвеченная картинка, только пиздец, сейчас потемнее сделаем. Жалко, Лазурита нет с нами. Возможно, вообще больше его нет. Но Бум, наверное, вернется еще. Он любил эту игру. Любит, любил. Сложно сказать. В общем, покупайте Xbox, пацаны. Я уже с Андрюхой даже списался, который Джоли, который у нас фанат Xbox. Говорю, Джоли, он такой, я еще не купил, типа, новый Xbox. Он планирует X купить. Наивный. Xbox X купить нереально. Поэтому вот этот весь срач на форумах, типа, вот, Xbox X гораздо круче. Ну, он может быть и гораздо круче, только его найти невозможно. В этом такая есть некоторая проблемка, скажем так. Так-то он может и круче. Вот. Так, а вот здесь, кстати, уже не засвеченная картинка, заметьте, все норм. Уже не засвеченная картинка. Блин, может управление как в Геншине сделать? Как графоний? Вы практически видите картинку 1 в 1 с моей. То есть 8 мегабит Full HD 60. То есть вы на стриме видите почти 1 в 1. То есть там ну, где-то 96%. Так что смело можете о графоне судить сами. Но по этой игре я бы не советовал судить о графоне, потому что это прошлого поколения игра, которая просто имеет разлоченный множитель в 60 FPS. То есть она вообще на Xbox работала в 30. Но так как в ней множитель разлочен был, то на Series S она работает в 60. Но это все еще постген версия. То есть полноценных Next Gen игр на Sirius S сейчас это Valhalla, Assassin, Резик 8 и Immortal Phoenix. Вот это вот полноценные некстгеновские игры. Причем они тоже делались не так, чтобы сильно оптимизировано. Вот, поэтому по графе сейчас только вот Резик, если поиграть, но это очень дорого, поэтому пока Резика не будет. Но если я найду с кем купить, то, конечно, 8 Резик у нас тоже будет, я бы с удовольствием поиграл. Просто надо найти человека, с которым я буду его покупать. Вот. А так в будущем выйдет... Сейчас еще в некоторых играх не очень хорошая производительность на Series S. Но это потому, что у AMD еще не вышла FSR технология. Это аналог DLSS, NVIDIA-вский, который существенно увеличивает разрешение картинки и FPS в играх. Вот. Я не ебу, каким образом это делается. Вот. Но, короче, это действительно работает. И она уже как бы доступна разработчикам игр. И, в общем-то, есть вероятность, что Resident 8 будет поддерживать эту функцию. Вот. И, возможно, на выходе сразу ее будет поддерживать Far Cry 6. Вот с FSR картинка и разрешение будут, и FPS в играх будут получше. Даже на S-ке. Но надо ждать, пока она наберет обороты. То есть пока ее нет. Ну, то есть она как бы есть, но в играх их еще пока не используют. Не успели пока разрабы. Ее только недавно буквально включили. Вот, поэтому те, кто вот сейчас читает там отзывы по поводу Sirius S, это говно. Она там даже Full HD не выдает. Да, в некоторых играх не выдает. То есть в той же Valhalla там действительно, чтобы 60 FPS удерживать, она приседает до 900p. Но... это потому, что FSR еще нет технологии. Когда она появится, уже все будет нормально.
Слушайте, а вот мне интересно, у нас Full HD это идет без потерь на Xbox'ике или с потерями? Так, дайте-ка, подождите. Это удобно, конечно, быть здесь вот так вот. Но надо сейчас посмотреть. HDMI это у нас выход идет, это full диапазон. Что-то мне кажется, серого многовато. Возможно, не full диапазон. Надо сейчас посмотреть. Сейчас увидите, кстати говоря, то, что не увидели бы, если бы я не с карты захвата стримил. Вот оно меню Xbox. Если вам интересно внезапно, вот он, собственно, меню Xbox. Я нихуя в нем не ориентируюсь. Поэтому мы сейчас будем сидеть и искать, где тут видео. Вот это, наверное. Разрешение. Так, режим видео. А где спектр-то, родной ты мой? Во, ПК. Данная настройка может не поддерживаться вашем TV. Переключиться. Вот, full спектр, отлично, full RGB, заебись. Во, я чувствую серого много. Блять, какой же у меня глаз все-таки наточенный, прям четко. Вот. Ну так это фактически и есть Windows 10. Нам вообще похуй, что он здесь где как бы ставит. Ну вообще у нас HDMI. Если вы перейдете, не сможете использовать гендрив, зайдите на ваш телевизор настройки. Если телевизор не может поддерживать настройки, зачем его? Нахуй с ним не будем трогать. ПК поставили. Full спектр и заебись. Блин, ну запрятали нихуё, так я хочу сказать. Откалибровать телевизор. Нихуя себе вообще. Господи Иисус, сколько же тут всего, пиздец. Ладно, Full HD. О, картинка прям стала, сука, да. А двойным нельзя вернуться в игру? Блин, у Sony можно двойным нажатием кнопочки вернуться в игру. У них нельзя. Ну ладно. О, вот это я понял. Вот это пошел full спектр цветов, да. То что-то блевотная была картинка. Только надо чуть поярче сделать. Но нельзя. Не работают опции больше. Выключили у нас опции. Будем в потьмах бегать. Никогда не понимал, почему не научилась еще технологии определять телевизор подключен или монитор. Он просто по умолчанию ставит телевизор. Просто есть телевизоры душманские, которые не поддерживают full спектр. То есть, и они поддерживают не 255 как бы диапазон, а 230. И в итоге там нет полноценно белого, нет полноценно черного. Вот. А мониторы поддерживают полный спектр. И вот если ваш телевизор поддерживает полный спектр, то тоже не поленитесь, потом зайдите. Более того, даже если вы ПК к телевизору подключите, ну, ПК подключаете к чему-либо по HDMI, он по умолчанию поставит вам ограниченный спектр. И чтобы у вас был full спектр, нужно тоже заходить в контроль панели NVIDIA, находить там специальный пунктик и ставить full спектр. Иначе будете по HDMI сидеть в серых тонах. Чего от меня хочет эта игра? Можно я, пожалуйста, дальше играть буду? У меня сейчас мозг вообще не настроен на то, чтобы что-то вникать, сидеть и разбираться. Мы ее должны поставить, нет? Ладно, не должны поставить. Так что ждем хороших игр в геймпассе. Скоро будет Хейдес. После Хейдеса будет... Кстати, психонавты вторые, оказывается, будут сразу в геймпассе. Я хотел бы в них поиграть. И вот, собственно, поиграю. Заебись. Много новых функций на Xbox. Причем с таких, знаете, очень... Вот люди реально думают об игроках, о пользователях, чтобы им было удобно и комфортно. Вы вдумайтесь о нюансе одном, который появился. Сейчас отойду. Короче, если у вас в семье Xbox играет больше, чем один человек, да, то есть вот вы играете, и ваша жена, предположим, брат, сестра, неважно. И вот у вас свой геймпад, а у брата, сестры свой геймпад. И... О, Даш, здорово, ничего себе, Даш, это наш зритель Лиги Легенд. Я думал, ты ушел уже давно с канала.
Вот. И, короче, если вы включаете Xbox со своего джойстика, он автоматически залогинится под ваш аккаунт. А если его запускает ваша сестра или жена со своего джойстика, то он залогинится автоматически в ее аккаунт, представляете? То есть это просто пиздец. То есть, вот, ну, реально. Не, это не олд, это достаточно новый зритель. Просто я недавно был месяц Лиги Легенд, и я стримил много Лигу Легенд. И. И, собственно. Он приходил только на Лигу Легенд. Я думал, он отписался уже давно. Как-то расписание стримов не соответствовало моим выходным. Но у меня стримы всегда днем. То есть где-то в районе 4 или 5 вечера по Москве и до 8. И потом еще вечерние стримы иногда бывали. Сегодня, если я буду жив, в плане сил, то сегодня постараюсь. А, вот, да, все, засвеченная картинка была. Теперь вот у нас. Теперь она не будет засвечена такая. О. Слушайте, графоний не хуже, чем у меня на ПК был. Но при этом FPS-ик по кайфу все заебись держится. Просто эта игра из Game Pass, я купил себе новый Xbox. Может меня поздравить. У меня Xbox Series S. Маленькая моя беленькая малышка. Она реально вот такая вот. То есть она по размеру. Ну, я картинку в Discord выложил. То есть там вот геймпад лежит, он почти половину консоли закрывает. Она совсем небольшая. Причем, аллилуйя! Наконец-то они сделали блок питания, сука, в самой консоли. Потому что на Xbox 360, не знаю, как Xbox One, но на Xbox 360, короче, блок питания был отдельно. Вот такая долбанутая хрень лежала. И ты такой думаешь, куда ее, блядь, пихать нахуй на столе? Вот. И прям действительно прикольно. Нихера она ему ломает, как лицо. Мы будем играть за стрелка, чтобы у нас это самое. Чтобы у нас напарники танчили, а мы будем стрелять издали. Игра, кстати, уже работает лучше, чем у меня на ПК работала. На ПК она постоянно подтормаживала. То есть FPS садился от любых ломаний ящик, коробок, вот всего этого. Уже работает лучше. Ну, правильно, здесь игра. Консоль выполняет одну единственную функцию, игра. А ПК у меня выполняет много функций. И стриминг, и все такое. Поэтому, конечно, гораздо удобнее, когда ты играешь на пас. Блин, какой же у него демедж, ёпперный. А они не сделали возможность выключения маски, кстати. Настройка игры. Показывать цифру, показывать метку, основная вибрация, порог, мне кажется, спецэффекта состояния, прозрачность кровавой вуали, разрешить настройки защитной маски. Позволяет другим игрокам надевать, снимать защитные маски в фоторежиме. А как ее убрать отображение? Вот, интересно. А, ну вот кровавую вуаль можно выключить. Это, кстати, клево, она меня бесила всегда. Бомжистская какая-то. Блин, а как интересно убрать маску? Неужели нельзя? Да, видимо, нельзя. Вот это печально, что маску нельзя убирать. Ну хоть вуаль дали возможность убирать. Бомжовской этой вуали больше нет. Секира. Мы ее не будем надевать. Так, нам куда вообще? Лучшая консоль. Спасибо, спасибо, да. Но для меня Xbox действительно лучшая консоль, потому что Game Pass. То есть я даже не знаю, как тут можно спорить о том, какая платформа сейчас лучше, в плане того, что, ну, блядь, на Game Pass. Вы просто открываете, когда список Game... Я могу вам показать, кстати. Ну, смотрите. Кстати, заметьте, как быстро менюшка открывается вообще. Знаете, просто что такое Game Pass? Я не знаю, можно ли тут открыть весь список игр? Показать все. Вот. Тут есть Тени войны, есть джедаи, есть. Это если у вас ультимейт версия. В ультимейт версии входит еще Electronic Arts подписка, поэтому все
Electronic Arts игры будут здесь тоже доступны. Есть только Ultimate версия, она немножко дороже. Игры Xbox 360 некоторые. Якудза. Зомби какой-то там. Якудза. Блять. Wolfenstein. Ну это Bethesda. Все Bethesda-ские, Microsoft-ские игры здесь навсегда. Xena Crisis. Прикольная, кстати, игрулька. Wolfenstein. Ну это Bethesda-ские игры. We Happy Few. Кстати, я хотел попробовать. Однажды можно попробовать. Wasteland. В том числе третья, кстати. Она новая достаточно. Unravel. Undermine. О, Luna Knight. Ничего себе. Блин, прикольно. Знал бы, что здесь будет. Не играл бы, не мучился на компе. Torchlight 3, Titanfall 2. Вот, Зельбова видал Titanfall 2? Надо будет как-нибудь пройти, да? Вот. Surge 2, кстати. Но он будет плохо работать, он не оптимизирован под S. То есть, Xbox-овские One игры, они будут играть на Xbox Series S так же, как будто это Xbox One в подавляющем большинстве. Поэтому тут вот тот же Evil Within, например, будет не очень хорошо работать. Его не оптимизировали. А вот Скоримчик, кстати говоря, оптимизировали. Скоримчик оптимизировали. Здесь это не видно. Но если поставить приложух на телефон, то там на иконке самого Скорима будет иконка, что типа оптимизировано под Series S. И вот Скорим оптимизирован. Может быть, эти две тоже когда-нибудь оптимизируют. Вот. Террария, Subnautica, Sunset Riot. Это что такое? Tales of Vesperia, кстати. Лол. Streets of Rage 4. Battlefront. State of Decoy. Sniper Elite. Который, кстати, тоже оптимизирован по тест. Sea of Thieves. Shadow Warrior 2. Rise, игра, которая вышла на релизе Xbox, River City Girls, это от создателя Shantae. Вот, Rage 2, Remnant from the Ashes, Resident Evil 7. Серьезно? Тут 7-й резик есть? Чуваки, мы походу скоро будем играть 7-й резик. Ёбушки-воробушки. Добавим в избранное. Нахер, офигеть. Мы скоро 7-й резик походу поиграем. Правда, он скорее всего будет в 30 FPS. Медов, меда нет, не буду. Рейдж. Да, он скорее всего будет в 30 FPS. Он вряд ли оптимизирован. Психонавты первые. Прей, зомби. Господи, Иисус Христос. Сколько же тут игр, это просто ебануться. Outriders, кстати, недавно вот выходило. Outlast. Ori обе, ну это BTS, это эксклюзивы, они естественно все здесь будут, NHL 21, кстати, Need for Speed'ики, Neon Abyss, хорошая игра. Боже мой, пиздец. Mirror's Edge, Mass Effect, правда нету Mass Effect, который Legendary Edition. Вот. Господь всемогущий, сколько же тут всего? Пиздец, Injustice, Hellblade, Hollow Knight, Halo все, но это понятное дело. Grim Fandango, GTA 5. Как бы купили, играете в GTA 5. Но правда он будет 30 FPS, потому что не было патча под Series S. Вот, Gears'ы, Forza. Кстати, четвертую Forza обязательно поиграем. Финалки. Внезапно. Вот. Fight Night Round, кстати, очень хороший симулятор бокса, лучший на данный момент. Хоть и Xbox 360, но все равно лучше. Господи, сколько же тут всего, это просто ебануться можно. Dishonored, кстати, первый Dishonored адаптирован, он 60 FPS будет работать. Game Pass, ну вообще он официально стоит достаточно дорого, но можно купить через Аргентину на плати.ру. Или в ВК группу находишь и... Тогда получается 3000 в год. Сейчас там какая-то скидка у них на плати.ру. И можно купить за 1750 на год. Но вообще обычно 3000 в год. Через Аргентину, если покупать. Если лицензионно, то дорого. Там прям обычный геймпас, по-моему, 1007 на год. А ультимативный 10 тысяч на год. Вот. То есть, ну, дорого, если так. Поэтому надо через чуваков на плати.ру покупать. Тогда нормально. Destiny уже качается. Тут, кстати, есть Dead by Daylight. И, кстати, в нем есть кроссплатформинг.
Поэтому, если что, делать как-нибудь нехуй, можно с вами поиграть в коопе. Вы хотели тогда со мной поиграть? Вот, можно будет поиграть. Я буду на Xbox, я на ПК. Но тут полноценный кросс-платформ. Поэтому можно будет поиграть с вами. Только здесь базовый, без всяких DLC. Поэтому, если мы сможем играть, то только в базовую версию игры. Я не знаю, какие там выходили DLC. Но в геймпассе, запомните, в геймпассе только базовые версии игр всегда. Тут никогда не бывает DLC. Но есть только они отдельно, не указано, что вот игра, вот как Destiny, есть игра и отдельно DLC. Вот. Если только игра указана, то это значит, есть только игра есть. То есть тот же Darkest Dungeon есть, но здесь только самое оригинальное. То есть DLC же не будет. Вот, это чтобы, ну, совсем у вас губа-то не треснула. Вот, вот он, собственно, Code Vein, вот он Control, Celesta, Burnout Paradise, порталы, Battlefield всевозможные, Batman. Ну вот, собственно, закончилось все. Anthem этот несчастный. И Алиска даже, видите, есть. Я вот есть. Plague Tale есть. Ну, то есть вы видели, да? Как бы... Ну, это пиздец. Это просто... Давайте я, кстати, Dead by Daylight добавлю в... Вот. Выиграть позже. Это пиздец, это пиздец. Ну и тут всякие как бы баннеры, что типа играйте сейчас, для того, чтобы вот это все, вот, как бы, собственно, вот так. Так, давайте сделаем перерывчик только. То я все забываю отойти. Вот. Так что да, чуваки, Xbox это очень круто. На PlayStation такого даже в помине нет. Там даже намека на подобное нет. Поэтому я не знаю, как сейчас в наше время можно топить за PlayStation, честно скажу. Надо быть очень сильным фанатом. Вот. Все. Пару минут перерыв, сейчас вернусь. Я тут вам. Важно только помнить, что игры не от Microsoft, не от Bethesda в геймпассе временно. То есть они могут быть полгода, могут быть год. Но их рано или поздно удалят. Вас за две недели до этого предупредят. Вот. И, соответственно, поэтому то, что вот вы сейчас видели, например, это если вы купите Xbox через месяц, у некоторых игр здесь уже может не быть к тому времени. Вот. Так что здесь надо помнить, что постоянно текучка здесь. Какие-то игры добавляли по несколько раз. Вот. Как-то так. Да, с консоли стримить, конечно, гораздо удобней. Гораздо удобней. Сегодня, наверное, даже не будет Геншина. Надо в него играть, знаете, как через день надо играть в него. Сегодня, возможно, поиграем в Дустан реально. Блин, как же классно играть, когда ничего не лагает. Йогурты. Блин, ну я по умолчанию нажимаю кувырок, короче, как в этом самом. Слушайте, может как в этом самом поставить? Ёпт, управление-то как в Геншине? Я ж охуею.
Давайте попробуем. Я уже опять сейчас нажал. Как бы, блядь. Давайте хотя бы попробуем. Уклонение. Слабая атака. Ускорение и комбо. Ой, нет. Блять, как же неудобно, господи, сделали. Да что ж такое-то, вот так надо. Да, вот так попробуем, короче. Во. Walk carefully. А что за комбо? Интересно, а что за комбо? Йогурты. Я не понимаю, что за комбо. Ой, я упал. Я не понимаю, что за кнопка комбо, интересно вообще. Может быть... А, подождите, это, наверное, имеется в виду, что зажав эту кнопку... А, мы меняем функцию атаки. Все, я понял. Все, понял. Ясно. Чуть-чуть поярче сделать. Во. Так, это значит наши обилки. А что у нас вообще за обилки есть? Позволяет временно увеличить силу атаки. Позволяет же пожертвовать здоровье на стороне союзника. А это что такое? Бросьте комбо на межрасовую атаку двуручный меч мол. А у нас других нет. А, это есть. Подходит к тому, что союзник использует дарами защиты. Заказывает обладает мощным дарами атаки, которые можно превратить в битка. Ну, предположим. Ой-ё, я ничего не понимаю. А, у нас типа потеряется... Блять. А это что такое вообще? Подождите, то есть... Господи, а чё за... А, вот это вот, что это, куда это мне? Как мне это использовать? А, повышает максимальное здоровье. Это просто пассивка. Винтовок у нас пока нет. Ну, как винтовку найдем? Что-то нихера я не подкинул никого. Блин, ну когда не лагает, прям балдеж. Жалко, что не так много игр оптимизировано под Series S. Ну, недавно, кстати, патчик сделали для Лары Крофт. Да, для следующей Лары Крофт. Ну, в смысле, как для предыдущей. Вот. И если ее в геймпасик дадут, можно будет микрофон
А я с ПК стримлю. Я не с Xbox стримлю. Зачем я стримлю с Xbox? У меня же карта захвата есть. С Xbox ты стримишь, если у тебя нет карты захвата. А у меня-то есть, я же в свое время купил. Ублюдскую, убогую, кривую, но купил. Поэтому это стандартный стрим с ПК. Ну то есть играю я на консоли, а стрим идет с ПК. Просто если стримить с Xbox, у вас, во-первых, не будет вебки, во-вторых, у вас не будет алерт. И микрофон этот к Xbox не подключится. Вот. Поэтому с Xbox стримишь только если совсем нет. Вот, например, Смородина купит себе. Хотя у нее компьютер вполне позволяет стримить уже. Она просто стесняется. Блин, а что ты не стримишь реально, а? О, потерянный штык. Заебись. У нас появилось. Пиздец. В Дискорде стримишь? Не, надо стримить же на Твиче. Так, как это вообще работает? Как из нее стрелять? А, ЛТ. А почему ЛТ? А, нет, ЛТ это показать эту самую. А как выстрелить с ней? А-а-а, силовая. Понял. Понял. Подождите. А какая для нее уж подходит? Так, то есть, наша хреновина, что скиллится-то вообще? Ловкость, воля. Ловкость, воля. У кого тут у нас ловкость? А ну вот можно вот это взять, будет больше демеджа. А это что такое? Что это такое? У нас физический микса запас выноса. А. Понял. Это что такое? Позволяет вывести снаряд из ора. Вырвав вперед, обратившись туманом. Зачем? Непонятно. А как по... А, похилиться вот у нас. Все, понял. Yes. Да я... Рейди, пойдем. Я вспоминаю. Я что-то такое проходил, но... Как у вас, кстати, картинка, чуваки? Кто еще на стриме? Давайте, как у вас? Даже не столько вот качество графики, сколько вот там подлагивание, подвисание, подтормаживание какие, ничего-нибудь есть? То есть, как бы... Потому что все должно быть более чем заебись. Должно быть все плавно, четко, насыщенно. То есть, никаких, ни пикселить, не должно ничего. То есть, картинка должна быть просто изумительно четко. В плане плавности. Так. Взяла. Иди фас его, атакуй. Чё ты стоишь? Ждешь, пока он меня бить начнет? Чё ты стоишь? Бесполезно. Ты чё мнешь? Графония прям носится. И все как лом через говно. Чё? Ну типа все плавно имеется в виду. Ясно. Лом через говно, это интересно, я такого не слышал никогда. Но все хорошо, это здорово. Авермедиа старушка моя справляется все-таки. Не зря я ебался, настраивал ее в свое время. Просто на свече-то таких картинок у нас не было. На PlayStation почти тоже не было игр Full HD 60. Сегодня вот Дустан будем смотреть. Для Дустана-то делали патч.
Next-геновский. То есть Дустан оптимизирован. Под next-генчик оптимизирован. Дустан оптимизирован, да. Мощность, здоров, и что зависит от своего, если она влияет. О чем я еще, кстати, там вуаль? Подожди, это вот что такое? Вот это вот. Это код крови. А вот это вуаль. Кровавая часть усиливает дары всех типов. Хорошо защищает от эффектов. Типа, кто вообще кого? Что вообще? Я не совсем вот реально понимаю. Чё я меняю вообще? Ладно, похеру. Crossplay в Destiny должен быть в августе, насколько я помню. Говорили, что в августе будет. Как будет кроссплей, я пройду сюжетку, можно будет с вами поиграть, кто захочет на ПК. Поэтому я говорю, качайте Destiny, она базовая, бесплатная. Вот, ну правда в базовой делать нечего будет особо, но тем не менее. А у кого куплено, с теми вообще конкретно сможем позалипать. У Рэмбо должна была быть, у Шалшаски вроде есть. Ну какая есть сюжетка, то и пройду, чел. Ну как, а что теперь? Какая есть, то и пройду. Иди атакуй его. Что ты стоишь на меня смотришь? Иди. Как этим тунеядцам приказывать? Тунеядец? А, это оружие поменять. Надо как-то тунеядцам приказывать. Это что такое? Хуй его знает, что это такое. Чел, ты как бы useless, чувак, серьезно. Может здесь где-нибудь? Инвентарь, многопользовательская, медали. Изменить меню предметов, фоторежим, процесс. Не, ими никак походу нельзя управлять, нифига себе. Печаль. Это печаль. Товарищ. У нас сейчас просто чувака-то заберут. И нам придется самому все проходить. Ну как бы херово. Я, по-моему, кругаля выписал, да? Не? А, не, да. Блять, я запугивался. Ну ладно, раз мы. Господи, я не ту кнопку нажимаю. Блин, мне сложно, я вроде как кнопки от геншина пытаюсь нажимать. А вроде как нет. Чё вообще? Куда? Кого? Чел? Куда идти-то? Бля, я здесь. Ты-то здесь что делаешь, чувак? О. Бам! Понял? Как умею. Вообще патроны на самом деле экономить. А, они возвращаются потихонечку. Найс. Бум. Бум. А где хор мой указывается? Моя. А, то есть я могу так, один хер. Общая мана, короче, я понял. Дар летящая стрела. Ну, кого? А, во. Бля. Так надо тогда разлучиться. Сразу тогда разлочить надо и вот это тоже. Это что такое?
Во. Сразу тогда разлочим и это. Я действительно захерачил круг. Я ничего не понимаю, где вообще кого, что. А можно я... Вот, да. За оранжевика надо играть, реально. Слушайте, графика не хуже, чем на ПК реально была. То есть тут реально полноценный Full HD. То есть они ее прям хорошо так подретушили. Хотя официально не говорили, что патч был для... Ну, вот, может быть, это просто на базовая такая, что динамическое разрешение. Если, типа, Xbox справляется, то, типа, он справляется. А как-то я могу что-то здесь прокачать? Не? Просто я не понимаю, вот эта хуйня, что это такое вообще? Мне бы костер бы найти просто. Чё я нахожу? Я вообще не понимаю, куда я иду, кого вообще. Так, чел, иди сюда. Пас. Давай, иди, атакуй его. Чё ты стоишь? Иди! Ленивая жопа, иди! Вот зачем ты за мной поворачиваешься? Я пытаюсь со спины к нему зайти, а ты со мной зачем ты сюда заходишь, к нему за спину? Блин, они все такие тупые? Давайте выпьем, кстати, регенерацию. Они все такие тупые? Или только мне достался такой тупой? Ой. Не, нахер я-то не пойду. Насколько на Xbox удобней, конечно, ё-моё. У меня есть только отверженные, я хотя смогу. Да посмотрим, посмотрим, попробовать всегда можно. На крайняк, если захочется поиграть, можешь купить себе просто по распродаже, когда будет распродажа и все. Опа, ему пиздец. Вот так мы и остались одни. Вот так мы и остались одни. У нас еще и Хейла там есть. Я не знаю, правда, есть кросс-платформа, нет кросс-платформы там, хуй знает. Ты про какую вообще Хейла говорил, кстати? В какую ты хотел поиграть? Вместе. Ты ж пятый-то на ПК нету. А четвертая полное говно, сразу говорю. Я четвертую играть не буду, она ужасна. Вот. Ты какую хотел-то, я забыл. А в четвертой, по-моему, нет мультиплеера, кстати. Ты какую-то хотел, ты мне предлагал. Так, все, челу кирдык пришел. Блин. Не, четвертый полное говно, я в нее играть не буду. В нее, по-моему, нету кого-то. А, четвертый был? Не, четвертый не. Занудство страшное вообще. Просто я не смог пройти даже на Xbox, когда играл в оригинал. Такая, блядь, тягомотина, пиздец. Я думал, я усну, нахуй. Я реально думал, что я усну. А можно мне костер? Типа pretty please? Химический светильник. Вряд ли нам нужен. Во время атаки врага парировать. Но я вот не думаю, что это хорошая идея. А сколько мы снимаем так? 248. Чел. Чел. А так? 385. Подожди, а сколько мы потратили атак? Блять. Так, один патрон тратим. А так, два. Да, значит, выстреливать выгодней. Выстреливать выгодней. Так, позволяет выпустить снаряд из хора. Позволяет выпустить снаряд, созданный силой крови. Че? О чем разница? Ладно, сравним с этим. Окей. Так, чел, иди сюда.
Ой, 111, это вообще ни о чем, это забей. Бам! Нойс. Да, слушайте, мне за лучника нравится. Интересно, как регени Тихор? Здесь есть бэкстеп вообще? А, X. За спиной врага, X. А это как-то отмечается? Нет, не отмечается. Могли бы сделать какой-нибудь курсор, чтобы рисовался. Блять. Успешно выполнено, что-то там удержите, чтобы открыть. И чё? Ой, у меня зависло все. Ну, в смысле, нету интерфейса. Ну, у вас тоже его нет. Xbox сломался, все, пацаны. А, вот. Не успел я, короче. Чё там у меня появилось, хер его знает. Ачивки. Где здесь писать ачивки вообще? А, вот. Что-то гон какой-то. А где тут вообще ачивки смотреть? А, вот достижение. Трекер достижений. Ой, бля, не надо, слышь, не надо. Я не знаю, что это такое. Убили это пока нахуй. А как посмотреть уже открытое достижение? Что-то я какую-то ачивку разлочил, и непонятно, какую я разлочил. Написано один из. Что-то забаговало. Короче, какая-то старая ачивка, которую, видимо, удалили. Но у меня она почему-то осталась. Можно, кстати, попробовать, подождите, а какие там надо будет это. Включить отслеживание достижений не работает. Подожди. А, во, не работает. А как это? Что это такое вообще? Короче, заставит меня в Ташове, в смысле... А, в Яндексе, что ли? А можно вот сюда, наверное? А, во! Да, действительно, трекер достижений. Подожди, и как оно будет работать? Два поставим. По умолчанию. Вот выполнение. Счет игрока. Слушайте, ну нету, короче, реально. Я разлочил ачивку, вот даже один горит. А ее реально в списке нет. Может, она в самом конце? Нет. Очень странные ачивки здесь, какие-то багованные. Поговорить с напарником во время путешествия 50 раз. А, это сколько игроков разблокировали это, господи. Ночью у Destiny, наверное, да. Photoshop открылся сегодня впервые в жизни. Ты им это не говори. Чел. Подожди, то есть... Окей, хорошо, вот оно у меня отображается. И чё? И нахуя оно мне? Если я даже не знаю, что это такое. Поговорить с напарником, говорим, применить в бою все виды. Так, короче, не надо нам эти ачивки, я что-то не хочу. Тем более, что я какой-то разлочил, она все равно нихуя не отображается. А вот все, может, достижения. А вот достижения, PDVN. Достижения. А, вот она, господи. Успешно выполнить особое сушение после парирования удара в спину или подобрать. Вот. А почему она там не отображается, я не понимаю. А как вообще посмотреть прогресс моей ачивки? А, нет, это, видимо, прогресс... Нет.
А, нет, это разный прогресс, да. То есть это просто совпало так, что одно другое, все понял. Странная, странная. Ладно, благо мне на ачивки похуй, но это странная какая-то концепция. Так, чел. Да, в эту игру можно только стрелком играть. Короче, во всяком случае, пока. Потерянный палаш. Не, ну нормально. Я, правда, нихера не помню вообще эту Терри. А, нихера у нас какая красивая. А, у нас, кстати, прокачалась? Нет, не прокачалась. Это вообще от чего зависит-то вот эта хуйня? Это от куртки зависит? Ну-ка, давайте попробуем. А, это от куртки зависит. Понял. Хуй знает, какая нам лучше подходит. Ну, конечно, нужны фотки товаров на белом фоне и есть фото скрипки, которая на столе лежит с точно таким же фоном. А как бы Яндекс, он тебе когда предлагал, он типа, ну, портфолио твое не смотрел, нет? Типа образование, опыт и вот это все. То есть они просто сказали, короче, ты будешь фотошопером. У них там может быть это, они, знаете, тоже отрезают курицу голову, короче, она там бегает по секторам, где она упадет. Вот, и они такие, так, следующий. Так, вот, короче, такой-то, Михаил какой-то там. Значит, короче, кем его сделать, блядь? Я к башку нахуй отпускаю. Там. Художник, дизайнер. Будет художник-дизайнер у нас, короче. Вот. Пишите ему, что, короче, вот, принят в качестве художника-дизайнера. Заебись. Заебись, нравится. Боже мой. Тикаем, тикаем, тикаем. Слушайте, ну на Xbox мне нравится гораздо больше играть, конечно, никаких просадок. У меня так она лагала, пиздец. Так, возвращаем, короче, вот эту. У нас так ловкости больше. Так, вот сюда ставим, короче, блатную. Сюда ставим обычную. Причем они одинаковые абсолютно. Вот. Я, правда, так и не понял, зачем вам нужна сесть винтовка. Ну вот. Ну и сказали, что примитивные навыки фоторедактора. Я думал, просто обрезать там или что-то похожее. Ну, вообще, на самом деле, сделать прозрачный фон — это базовая хуйня. Это любой человек, который редактор умеет пользоваться, он должен это уметь. Чел, даже я сделал это каким-то чудом. А как она это мне сейчас сделала? А почему она не выстрелила, а вот это сделала, я не понял. Вот это интересно. Вот это вообще непонятно. Ты что сейчас это сделал? Внезапно женщина выстрелить должна была в нее, лол. Так струны и куча мелких объектов, их приходится вручную выделять. Ну да. Ну что поделаешь теперь? Ну пробуй, если получится, ну получится, не получится, не получится. Remnant from the Ashes у нас, короче, чуваки. Помните, я играл с Мородиной, вот помнит. В Dark Souls подобный, только шутер. Мат стоял, особенно в финальном боссе. Ой, Смородин, наверное, помнит, да? Смородин, помнишь на финальном боссе? Как меня там полоскало. Как меня там полоскало. А, у нее, кстати, 18 всего. У нее всего 18. Блин, а мне тогда тот чел больше нравится. Подождите, а можно я тогда поменяю класс? А где это указано? Разрубание, передание, кровь.
Кровавая воля, блять, где это смотреть? А, вот и хор. Блин, тридцатка мне нравится больше. Мы тогда будем стрелком играть. Выносливости у него чуть-чуть больше. Базовый баланс вообще не будет что-то такое. Базовая маневренность высокая. У этой базовая маневренность обычная. Ограничение веса 98. А если мы уберем с вами вот это? А мы не можем убрать. Она, видать, на вес не влияет. А у этой хуни есть вес? Есть. Это меньше весит. А как же тебе сделать-то, чтобы у тебя была базовая меньше? А, наверное, никак. А чё вес зависит? От вуали и, наверное, от оружки, да? А если я оружку поставлю сейчас вот эту? Сколько у меня будет? Все равно обычная. Итак, а здесь же было изначально повыше. Включить-выключить пассивные эффекты. Видите отображение. Ой, бля. Короче, высокая мобильность есть только у этой. Так, подождите. А если я... А, вот, маневренность обычная. Ясно, короче, херня, короче. Ну, вообще не получится. Здесь у нас это все три остались. Это блатная. Угу. Ну ладно. Сыворотка регенерация. Так. Блять, господи Иисус, как же японские игры душат-то, а? Лекарство навсегда увеличивающее количество применения регенерации. И что, вы хотите сказать, что у меня их теперь больше, что ли? Нет, три. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Что я сейчас только что сделал? Подождите, я не понимаю. Давай, смородину. Как это быстрая клавиша? Как ее на быструю клавишу теперь добавить обратно? Я не понял, как это сделать вообще. Пиздец. Во! Господь, Господь, ёбушки, воробушки. А это что такое? Сыворотка, регенерация, регенерация. Есть способность средства, отдохните у Амеллы. Препарат, созданный в ходе бессмертного, провоцирует регенерацию. Лекарство навсегда увеличивает количество применения регенерации. Я ничего вообще не понимаю. Чё вообще? Кого просто, блядь? Кого вообще? Ладно, поставим это тоже. Я ничего не понял вообще. Чё из этого, блядь, где? Ну, будем считать, что вот эта сыворотка, она, короче, это, видимо, может закончиться. Бля, надо его обмелить, это, блядь. Как и хор регенится? Вот надо вот узнать будет, как регенится и хор. Блин, какая пиздатая плавность. Это же цветочек, я же могу у нем отдохнуть же, да? Нет, это не цветочек. А во! Все, господи, мы наконец-то отдохнули. Повысить уровень.
Повышением уровня повышается только ОЗ и выносливость. И все? Получение наследования даров. Пиздец вообще. Чёще? Кого? Просто кого? Поток пламени позволяет выпустить цель. Усиливает действие даров тьмы во время сосредоточения. О, нахуй. Воля 8, восход упор. Надо будет обучение пройти, я нихера не понимаю. Нам нужен явно заклинатель. За это если ставится силы крови. Но он типа усилится или что? А, он уже типа есть. Ну хорошо. Получить. Вы открыли связь, достигнуть месяца, да, вы получите возможность его унаследовать. Так, а у этих какие еще у нас есть? И знаете, если в определенном радиусе от вас нетронутые предметы, временно позволяет разобрать врагов, снижает расход выносливости на блок. Ага. Снижает расход выносливости во время сосредоточения, создает временный барьер вокруг вас, создает них, повышает определенный хиня какая-то. Так, окей, повысить уровень. Ну, как-то, что-то как-то, блядь, не знаю, что-то тут прокачка какая-то такая себе, ну пусть, ну ладно. Просто и хор как бы не качается от этого, и это как бы грустно. А, вот, у нас регенерация вернулась. Так, вот это, короче, можно удалить тогда. Хотя вообще пускай будет. А нет, она будет мешать только нам. А как убрать ее теперь? А, вот Икс. Иисус. Иисус Иисусий, просто Иисус Иисусий. Так. Ну, первый стрим по таким играм, он всегда такой. Чуваки, тем более у меня сегодня башка немножко это туманная. Поэтому, дайте я еще рекламку, кстати, включать буду иногда. Когда хуйней маюсь. Все равно смотреть не на что. Может, кто-нибудь из наших посмотрит. Что там, кстати, по новостям нет еще интересной инфы по поводу... этой самой сабскрайбов дешевых. Там жопа горит у стримеров, бля. Причем они, знаете, они такие веселые стримеры, ну они же все, я же говорю, лицемеры же, вот. То есть проблема в чем? Подешевление сабскрайба очень сильно бьет по стримерам, потому что они получают меньше денег. То есть они получали столько-то денег с сабскрайба, будут получать в разы меньше. И они такие, их спрашивают, типа, как вы к этому относитесь, что вы поэтому... Ну, типа, бля, ну это плохо, потому... И придумывать самые дебильные причины, почему это плохо, но не называя на самом деле истинную причину, что просто им меньше денег будет идти. И это так забавно вот это слушать, что они такие, типа, ну это типа плохо, но не потому что я меньше денег получать буду, а потому что... Ну, типа, потому что, блядь, ну, типа, Twitch прогибается, вот это, мы опять недоразвитая страна, у которой все дешевле. Хотя, на самом деле, их это ебет только потому, что они, сука, меньше денег будут. Хотя человек, который хотел $5 кидать стримеру, он все равно может засабаться и остальные $4 просто задонить. То есть, никто же не мешает. Но многие люди перестанут сабаться за $5, как бы, будут сабаться по дешевке. Так. Давайте поставим с вами новую обилку. Новую обилку мы с вами поставим. Давайте даже вот эту, наверное. И посмотрим, что это такое вообще. Что это такое. Ой, блять, он стрелок. Блять, он стрелок. Нихуя себе. Ну я это одобряю, такие вещи. Ну, правда, конечно, очень много мы потратили. Ну, а нахуй. Потрачен. А вот можно узнать, как и хор, интересно, сейчас мы вот это убьем. Меня кто-то увидел? Чел, иди отсюда. Не мешай.
Я иду столсить. О, блин, не получится застолсить, ладно. Ну-ка, она вдаль быхнет. Она вдаль пыхает. Ничего себе. Слушайте, мы будем играть магом. Магом прям вообще балдежно, мне нравится. Ладно, окей, даже хорошо, что я не спалил. Не попал. Вот только понять, попадешь, не попадешь, тяжеловато, понимаешь. Нахуй. Нахуй. Да. Бам! Просто кет бамбузл, бяч. Так, вот у нас 24. Блин. Я не забыл, у нас же нет силовой атаки. У нас нет силовой атаки. Так, вот мы почистили. Дайте я посмотрю справку. Как восстанавливать правильный хор? Атака, бег, меню, иссушение. Так, иссушение. При удержании усиленное иссушение. РТА при атаке комбо иссушение. При атаке сзади удар в спину. При сосредоточении подбрасывание атака. Блять, что про... Так, ясно, заново. Шкала здоровья внизу, каждый удар снижает уровень здоровья. Если шкала... Ну, это понятно. Так, сосредоточение накапливается, когда вы выворачиваете или получаете урон. Когда заполненная шкала выносливости восстановится, вы войдете в состояние сосредоточения. А, то, все, понял. Так. И чё? И чё? Угу. Вражеские атаки парили на случай автоматического ранения сушения. Дары и хор. Применение предметов. Меню предметов. Жесты, требования снижения, требования дары. Коэффициент усиления, параметры сил, параметры разум. Защита, расход выносливости, силы и суши. Так, и хор получаю за такой блок. Показывает вес использованного оружия. Ланс маневренный. А, силу иссушения и хор получаем из атаку. Вот, силу иссушения решает. Пиздос. Так, ладно, и чё, и где здесь у нас иссушение? Маневр, сосредоточение, атака, атака, дар, свет, тьма, иссушающая атака, 190. Угу. Так, хорошо. Вау. Чел. Так, подожди, а как мне при атаке иссушить? Там написано было, что при атаке можно иссушить. Верните меня. Иссушение. А, РТА при атаке. Блять, комбо иссушение. Угу. Понял. Сейчас попробуем. Чел, иди сюда. Ебать мой хуй! Нормально вообще. Блин, да эта игра-то вообще на самом деле достаточно клёвая, если за оранжевика играть. На нахуй просто. Тентакли тебе в жопу. Ой-ой. Балдеж, вообще балдеж. Синим светом вспыхивает экранчик, значит, можно использовать. А
А кто-нибудь проходил, кстати, эту игру? Вообще еще есть кто-нибудь из наших, кстати, в чате куку? Я знаю, все зашли поздороваться, как обычно. Ой, бля. А, не, надо накопить полностью, накопить. У нас, кстати, стало 40. Блять, а чё это зависит? Интересно знать бы, хотелось бы, конечно. У нас стало 40 и хора. Почему? Это вот, блять, вопрос. Схуя у нас его стало 40. Чё мы такое сделали? Это хрень нам и хор, походу, не дает. Биг лузер босс. Добавил вас, друзья. Нормально. А меня спрашивать не будут перед тем, как друзья меня добавлять? Нет? Так, дайте я сейчас, чтобы не спалить какую-то информацию о себе. Подождите. Моя учетная запись где-то вообще. Вот безопасность. А, господи Иисус. Сколько же, блядь, нового-то, а? Ебать мой хуй. Короче, хер знает, как вообще здесь работает добавление в друзья. А, подождите, наверное, во вкладке друзья же, да? Люди. Нет. Ой, бля. Смотри, ну то есть, ну как-то же, где-то же это же должно же быть. Может, в настройке? Пиздец. Технологии, блядь. А вот хрен его знает, кстати, как это настраивается вообще. Господи Иисус Христос. Видимый, невидимый, настроить профиль. А, так, невидимый поставлю, короче. Настроить профиль. А, кстати, у меня тут еще неправильно отображает это самое. Изменить тему, чё? А чё такое изменить тему? Ёбушки, воробушки. А, это тема, это фон моего этого. Давайте я вам покажу, тут можно показывать. Я, короче, делаю фон своего этого самого аватарика, только вот. О! Это вот себе Шалшаскин поставит. Тустан. А форта что у нас будет? О нет, надо было лицо машинки ставить, блин, вы что, рофлите, что ли? Такой пусть будет пока, ладно. Так, а как же мне изменить? А, то есть я могу только такую аватарку поставить, да? Блин, то есть нельзя свою поставить. Какие интересные персонажи есть у Microsoft? Давайте смотреть. Ну да. Не густо. Ну вот Ларка есть. Есть что, Ларку поставим.
Мастер Чиф, Картана. Вот в эту, кстати, игру все хочу поиграть. Когда-нибудь надо будет поиграть. Я не помню, как она называется, но говорят, она сейчас прикольная. Так. А, он может из Control бабы есть. Можно из Control. О, волчок прикольный, кстати. На меня, кстати, похож. Вот это тоже на меня похож. Вот это тоже на меня. Вот это вообще копия я. Давайте вот это поставим. Очень на меня похож, блядь. А как раз код V нагореть буду, блин. Но непонятно... Непонятно, собственно, как ограничить список друзей, чтобы не все могли добавляться. Это очень странно. Игра. Это очень странно. А, господи, ты имеешь в виду, что это я, это ты добавился, это ты? Я думал, ты что-то другое имеешь в виду. А, тогда не, окей, хорошо, но на будущее это все равно надо найти. Сорян, я затупил. На будущее это все равно надо найти. Как? Здесь вообще нельзя, что ли? Просто, ну, мало ли какой-нибудь придурок мне что-нибудь, какой-нибудь нехороший ник кинет, ну, типа с нехорошим ником, друзья. И типа это нехорошо. Надо будет потом узнать. Блять, как же сложно, когда новый интерфейс. А моя старая аватарка, она все? Она проебана навсегда? Или она в памяти осталась? Ну и хуй с ней. Бля, похож на меня, реально похож. О, Варк добавил, ничего себе. Добавляйте, друзья, да, наши ребята. Напомню, что есть же кросс аккаунты ПК, Xbox, там один хуй. Я, правда, не ебу вообще как это делать. Я на Xbox сидел, говорю, последний раз в 2013 году. Я его продал, купил PS3. Вот. То есть, как бы, потому что я прошел все, что мне было интересно на Xbox. Я продал, причем, другану. Я говорю, береги, он в пиздатейшем состоянии, с рулем, блядь. Он поиграл на нем, повез его другу, короче, отдать. Поиграет тоже другу, блять. И пока, короче, он положил в машину Xbox. Мой драгоценный Xbox. Знал бы, блять, и продал. И ушел за сигаретами. Пришел, машину раскурочили, Xbox спиздили. Блять, так обидно. Даже не то, что вот как бы, что... А вот просто, ну, блин, моя малышка, блять. Зачем я ее продал, нахуй? Надо было себе оставить в коллекцию. У меня, кстати, этот Xbox так и называется, малышка. Ты когда Xbox покупаешь, в приложении все настраиваешь, тебя потом спрашивают, как его назвать. Чтобы если у тебя два Xbox, чтобы ты не путался. И вот мой называется малышка просто. Так, надо сходить в туалет. Мозг сегодня, конечно, пухнет немножечко. Пухнет мозг. Вот. Но слушайте, на Xbox, конечно, блядь, гораздо приятнее играется. Потому что на ПК у меня постоянно под лагами, под фризами были, блядь. Коробку сломал, начинается FPS. И я прям сидел, я бесил это дико вообще. Здесь и я сейчас потихонечку начинаю аккуратнее играть, больше понимаю, что я здесь буду магом, потому что мне кажется, Петрович ее проходил магом, как мне так кажется. Вот так, давайте сделаем тогда с вами перерыв сегодня такой. Я даже, наверное, на YouTube заливать не буду, потому что он, ну, я не могу назвать это игровой стрим сегодня. Чисто почилить, посмотреть Xbox, разбираться в нем, посидеть, поковыряться. Он такой сегодня больше. Так, Xbox. Но это самое.
Да, что-то непонятно, как здесь вообще это работает. Ну ладно. Может, они специально сделали, что нельзя отменить, потому что, типа, у них 33 платформы, все в одно напихано, и, типа, было бы только сложнее. Просто на плойке, например, количество друзей ограничено, и поэтому всех подряд добавлять тоже не очень выгодно. Хотя там, конечно, их гораздо больше, чем у меня могло бы быть, но тем не менее. Плюс они начинают спамить, когда рандомы в друзьях, ты создаешь игру для чисто друзей, да, вот мы будем играть там Dead by Daylight, и там буду сделать, но только для друзей, чтобы, ну, с паролями не мудохаться, вот, и... Было бы очень удобно. Да, нету такой функции, ничего себе, реально, офигеть, они не сделали. Потому что на Nintendo приходит уведомление, типа, надо принять. На PlayStation приходит уведомление, надо принять. На Xbox, видимо, нет. Ну, ладно, ничего страшного. Надеюсь, рандомы не будут особо ломиться. А нашим я всегда рад. Наши добавляйтесь, да. И будем с вами потом как-нибудь во что-нибудь играть. Кросс-платформа только-только начинает свое существование. Потому что наконец-то Sony прогнулась. Я напомню, почему это долго тормозилось. Потому что Sony до последнего кричала: нет, мультиплатформа — это плохо, это плохо, это нехорошо, это не надо. И Sony до последнего отказывались, но где-то года два назад сказали: ладно, хуй с вами. И вот появились всякие игры, там Minecraft и так далее, в которых появился кросс-платформинг, в том числе и между Sony. И теперь уже, вот теперь, наконец-то это набирает оборот, потому что разработчики это всерьез рассматривают, потому что делать мультиплатформу только ради Xbox никто не хотел. Но когда Nintendo подключилась, сказала, причем Nintendo еще до Sony это сделала, и когда уже Fortnite можно было играть между Xbox, ПК и Switch'ом, то PlayStation такая: ладно, хуй с вами, окей, и PlayStation тоже разрешили, и теперь вот разработчики уже добавляют, то есть DS не скоро будет, в Dead by Daylight уже есть, и во многих играх есть, и это очень-очень хорошо. Вот, так, все, перерывчик и продолжим.
Так, я тут, блин, малышка прям похож, знаете, на такой очень маленький проигрыватель грампластинок. Прям так забавно вообще. Она реально похожа, вот она просто вот чисто вот такая вот хреновина. Как, вот абсолютно той же пропорции, что грампластинки проигрыватель. Вот у кого если был, в юности, может сейчас есть. Один в один просто. Вот проходишь мимо, как будто, блядь, проигрыватель грампластинок. Потому что вот этот блин черный, который сверху, он как будто вот туда надо пластиночку класть. Только он чуть-чуть поменьше. Очень забавно. Хотя, наверное, конечно, мало сейчас кто знает, как выглядели проигрыватели грампластинок. Вот. Так. Ну что, поехали дальше. Не самая лучшая, конечно, не самая лучшая игра для базового, для начального стрима, потому что игра, требующая очень сильного вникания, у меня мозг сегодня не функционирует. Но что скачали, то скачали. Я не понимаю, где я вообще откуда пришел. Здесь вот немножечко сложно сориентироваться. Я откуда вообще пришел? Так, я вот здесь. Я здесь круги наматывал, да? Так, я сейчас, по-моему, понимаю, куда я приду, да? Да, я приду? Да. Вот здесь вот чувачок какой-то стоит. Вот мы, наверное, вот этого чувака должны нафигурить. От чего, интересно, зависит максимальный хор? Потому что надо вот потом загуглить. Потому что у меня было 36. То есть и хор 30. Подождите, мне написано вообще, что у меня его 30. Игра, а как так получается, что у меня его написано 30? И 54 в скобках. А на самом деле вот 40 из 40. Может, это не хор? Я что-то ни хера не понимаю. Смотрите, у меня написано 32 из 40. Но при этом, если мы заходим сюда, мы видим 30 из 30 в скобках 54. Что-то я... Что-то я нихуя не понимаю. Почему, во-первых, 30 из 30, когда у меня его на самом деле 32 из 40? Может, я его случайно юзанул? И у меня его стало больше, чем должно быть? То есть у меня 32... Хотя на самом деле у меня их 30... Так, ладно, сейчас проверим. Бля, нихера непонятно. Вот не люблю, когда в играх нихрена непонятно. Сударь. Ёб твою мать, чувак, ты чё, больной, что ли? Ну я красиво напихуёнил, конечно. Очень хорошо. Очень удобно, что когда у тебя подкидывающая атака гарантированно подкинут, ты голубеньким заряжаешься. А что там? А, еще выносливость останавливается, да? Здесь где-то было иссушение. Нет. Шкала состояния, сосредоточение. Достаточно накапливается, когда вы выворачиваете, когда выполнена шкала, выносливость становится, вы вводите состояние сосредоточения. А где бы сосредоточение можно еще почитать? Блять, надо пройти нахуй, короче, полностью этот самый будет. Этот самый, я нихера не понимаю. Шип убийцы королевы. Это такая новая курточка, да? Усиливает дары всех типов. Так, то есть у нас получается наша ключевая билка — это воля, правильно? Да. Воля. И разум. О, воля и разум. Кипелов прям запел на дальнем плане, да?
Вот у нас вот эта хрень ЦЦЦ. Здесь воля. Ага. А вот, вот воля и разум, кстати, вот это хорошо подходит. Тип атаки разрубания. Иссушающая атака. Пронзание. Дары. И нахуй дары, чё это такое? Господи, японские игры, пиздец. Ни хера понять невозможно. То есть, а может мы с этой херовиной будем... Нет, все еще маневренность обычно. Хорошо. Чё это за хреновина такая? О. Понял. Аппарирование. Понял. И хор у нас все еще 42. То есть и хор не зависит от этой самой, да? А что значит коэффициент усиления? Усиление чего? Ни хрена непонятно вообще реально. Чё за пронзание, блядь? Ладно. Короче. Надо проходить, идти этот самый. Я ни хрена не понимаю вообще. Чё вообще? Кого? Играл ведь, блядь. Ну, играл год назад. Да, раз он здесь есть, значит мы сюда вернемся. Ничего вообще не понимаю. Почему у меня больше хора, чем должно быть? Тетенька, научите меня, пожалуйста, играть в эту игру. Так, у бессмертных есть коды крови, они имеют характеристику. Поставил. Вот и ход. Так, попробуйте развернуть. Так, слава так мощно, так уклонение блок. Для использования некоторых кодов крови есть дополнительные условия. Например, тройной аннигилятор в коде крови боец можно использовать только с двуручным мечом. Хорошо. Чтобы выстрелить, нужен икор. Он уходит на дары. В дело твоя кровавая вуаль. Кровавая вуаль позволяет быстро вытягивать игру из потерянных. А еще она повышает максимальные запасы хора. Если у тебя есть возможность забрать противник и хор, используй ее. Ебать мой хуй, ты должен обязательно с таргет-локом это делать, да? А, слушайте, да, повышается максимально. А надолго ли? Ну да, действительно повышается. То есть высасывание получается повышает. А надолго или насколько много? А, в скобочках, наверное, написано. В скобочках написано, сколько может быть. Понял. Понял. Вот, сразу становится понятно. Посмотрим со шумных сказок. С этим нужно дары, позволяющие оставить, запускать снаряды из крови.
И слава богу, они делают гайды вот все-таки, да, вот как хорошо, что вот. Блин, можно будет купить, кстати, эту игру на Xbox, когда ее из Game Pass если уберут. Блин, мне вообще нравится управление, очень хорошая отзывчивость. Она такая прям плавно управляемая, такая прям... То есть прям приятный персонаж. А что, никто не проходил за вас, да? То есть ничего себе, я вот спрашивал просто, никто ничего не писал. Ну, не сильно она помогла, но в целом некоторые вещи я понял. Короче, более-менее я понял. Хотя и не все. Нравится мне Twitch, конечно, багающий, вот, о, ну ладно, хер с ним, работает это, слава богу. Сегодня, кстати, да, у нас Full HD 60, вот, картинка. Так, то есть, отдохнув, мы сбрасываем икор на дефолт, да? Так, давайте проверим с вами тогда, а ты переключать-то будешь? Ну там мне больше нравилось, но и это сойдет. Ну сука, блядь. Так, значит, там мы находили, куда нам вообще идти? Господь, Господь. Я ни хера не понимаю. То есть оттуда мы пришли. Подождите. Вот сюда, что ли, получается, мы еще можем идти? А, во, Погерсович. Чел. Здорово. Пойдем вместе, ты будешь мне танчить. Пушкой танчить. Если что, я тебя похилю. Низцы. О! Волосы потери. То есть мы можем пойти по низу, можем пойти поверху. Мы предпочтем поверху идти. Пойдем. О, Кирвай, здорово. Спасибо. Вот уже вдвоем играем по геймпасику. Вот он наш красавчик. Вот. В дискорде фотография моей малышки есть. Если хочешь, смотри. Вот.
Так что теперь мы с тобой друзья по Xbox, да? Добро пожаловать в семью, так сказать, к нам. Я-то на Xbox пораньше тебя все-таки был. Я с 2009 года, 7 месяцев Xbox. Вот. Это, кстати, тот самый аккаунт, которым вот 9, нет, 12 лет этому аккаунту уже. Я уже, можно сказать, ветеран Xbox так-то на самом деле. Чел, а чё ты вот делаешь, объясни мне, чё он? А кто там тявкает? Чавкает. Масенькая, да, беленькая, масенькая. Ну какая есть, да. Какая. О. Чел, ты там живой вообще? Ну вот это с тобой еще приходим. Больно неудачным. Блять, это не станочит его. Ну, я надеюсь. Destiny сегодня, может, постримлю еще вечерком, посмотрим, как пойдет. А, это тот самый низ, если мы пошли, да? Нет. Смотрите, или да. А, да, если мы поняли, пошли. Единственное, пришлось выключить вибрацию, потому что эта вибрация по куркам бьет пиздец. Тут Кирвальд с вибрацией играешь вообще? Тебя не парит, что по куркам бьет вибрация? Шутка неприятная, непривычная, я вообще не понимаю, нахуй это сделано. Вибрация реально по куркам просто херачит. То есть ладно, у тебя раньше джойстик слегка вибрировал, то сейчас он по куркам прям ду-ду-ду-ду-ду-ду. Господи, зачем курки-то зачем мне, блядь, вибрировать? Жалко, нельзя настраивать. Надо еще раз попробовать, может быть, я все-таки попривыкнул. Может, потом в будущем их играх можно будет убирать. Так, поворот мини-карты. Во, выключен нахуй. Точно, вот что нужно было сделать. Во, теперь я смогу ориентироваться. Господи, надо было выключить поворот карты. Богерс. Бля. Пиздец. У меня аж. Они гудеть аж начинают, как она вибрировать, начинают курки. Не, я. Нет, я, пожалуй, пас. Может, в этой конкретной игре. Но это пиздец, как они вибрируют. Они аж реветь начинают. Вррр. Не знаю, он, наверное, даже слышно. Блин, маску бы как-нибудь выключить бы в этой игре еще вот отображение маски. А вот, нашел как спускаться. Дерево. Дерево. Сталкера второго, если доживу, поиграем. Классно. Классно. И скажешь, доживу. А хрен его знает, чел. Тут ни хрена не понятно в этой игре. Мы там ничего нового не нашли. Нет. Нет. Нет.
Ладно. О, костерчик, по-моему. Усиливает действие ударов тьмы во время сосредоточения. Ну я вот не знаю, что... А, ты пассивный. А удар тьмы это что такое? А, это, наверное, магия, да? А, дерево тьма. Во время сосредоточения. Ну это такое себе. Нам оно все-таки не нужно. У меня компьютер, серьезно, стал больше греться. Так просто приятно сидеть в тишине. Вы не представляете, я же сижу, сейчас у меня тихо, у меня компьютер работает тихо. Почему? Потому что ну, он же не греется, когда просто стрим идет с него. И Xbox Series S, он тоже очень тихий. Он еще тише, чем мой комп. По-моему, комп очень тихий. В режиме простое. Я сижу просто в тишине. У меня закрыто окно, я там чуть какие-то детские вопли слышу через окно. И прям так. Даже обычно в крэше, когда играешь, у меня аж комп, как пылесос ревет. Крэш, геншин, я ставлю обороты повышенные. А сейчас я сижу и тише. Охуенно просто. Ну давай поговорим later, окей. Вторая локация здесь ужасно хуевая, конечно. Клинок убийц. Да не, чел, мне он нахер не нужен. Серьезно. Можно его взять вместо трубы, конечно. Сила, ловкость. Разум, воля. Ну, можно вместо трубы взять. А у нее нет веса, реально, лол. Подожди, а что зависит тогда вообще вес персонажа? А нет, есть вес у оружия. Ну тут так и так все равно обычное за это самое. То есть здесь базовая маневренность решается. Ага. Может потом магичку какую-нибудь найдем. Там вуаль. А вы не станете? Ядовитая мазь. Ну, я не думаю, что она нам сильно нужна. Фрагмент дымки от России это дает дымку. А, ну это как прокачка Dark Souls, я понял. Обычный кинжал нужен для привлечения внимания. Химический зеленый светится, присутствие стало внутри, применяется как временная метка. Активатор скрытых возможностей кода крови. Активатор скрытых возможностей кода крови. Что? Материал благодаря которому позволяет улучшать снаряжение. Ничего какие-то. Опа. Как ты быстро его отхерачил-то, чел? Ебать ты жёстенький. Не хотелось бы нарваться туда.
стабильно 60 FPS, такой кайф просто. О, еще один активатор. Двери тут не очень хорошо видны. Я текаю отсюда. Кто там? Кто там? Силен. Ой. Сволочуга, а? Жопа такая, взял, потохал меня, козел. Чел, так нечестно делают. Так, тотально нечестно делать. А ты вообще танчить должен, чел. Если чё. Интересно, не нагрелся вообще? О, нет, чё тёпленький. Горячий воздух выдувает, так вот, что горячий. Но сам Xbox не особо горячий. Хотя жарко сегодня, жарко. Это что такое? Я так и не знаю, что, кстати, это такое. А, соседние места отмечены на карте. Мы карту пометили. Так, ну... Я понял. А чё мы вообще сюда припёрлись? Подождите, я чё-то не вижу. Мы типа круг захуячили просто. Да вроде ничего не пропустили. Я так понимаю, сейчас будет босс. Босс файту. Чел, не факт, что мы его выживем, но молодец. Ладно, поехали. Смотри. А нам не чел. Ёб, воробушка. Ёб твою мать, чел, а ты можешь не бить меня? О, наконец. Бля, нельзя после этого самого. Понял. Ясно. Сосата бы. Магом гораздо проще. Ну, магом стрелком. Нам бы еще магию, которая хилит нас, могла бы вообще было бы хорошо. Ну, пацанчик помог. Пацанчик помог. She's all right. By the way, both of you, all revenants must pay. There are no exceptions. Игра, кстати, в геймпассе есть, да. Я, собственно, поэтому играю. 60 FPS.
геймпасик на халяву, у кого есть, качайте. Вот. Кстати, геймпас есть и на ПК, поэтому если у вас Windows 10. Не знаю, если это игра на ПК, там разные игры в ПК, Xbox, разные геймпас. Вот. Так, я не хочу это смотреть, мне не интересен сюжет, он ебанутый, он всегда ебанутый. Я все равно нихуя не пойму. Нихуя не пойму все равно. Японские игры, я в них никогда ничего не понимаю. Даже если я пытаюсь понять, я все нихуя не понимаю. Нормально. Да, жесть. Типа мир, как обычно, короче, это самое, потихонечку сдувается. Жалко, нет Лазурита, блин, жалко, с нами нет Лазурита. Ну, надеяться все-таки верить, что он вернется. То вдруг, вдруг с ним все хорошо, и он просто, просто отдыхает. От всего и вся. Чел, тебя просто накрыло, у тебя был приход. Так, ядро, осколка, берсерка. Берсерк. Улучшает силу стойкости, компенсирует свой запас и хора, хорошей защиты. Тот крови новый, но нам не нужен. Берсерк нам не подходит. You're an unfamiliar. Well, anyway. Sorry. А, это настроить внешность.
Нихера не вижу разницу. А, это вообще губная помада, лол. О, смородина, я как раз тебя делаю. Хочешь такой быть? Ты же у нас видишь пурпурный цвет. Смотри, какая у нас тоже. Может, девушка вамп. Классно, да? Я не бот, это что такое? Это что вообще такое? А, блеск помады. Похоже? Да я шучу на самом деле. Грим. О, я на щеки, кстати, неплохо бы наложить. Но у меня будет, на самом деле, шучу. Муха, сука. Не, что-то пошловато выглядит, надо что-то попроще. Во! Вот эти лучше подходят. Вот так хорошо. Это что такое? Глаза. Глаза. Во! Балдеж. Так, и еще нибудь теперь в районе челюсти нам нужно еще. Во, скулы, да. Хорош. Аксессуары. Не, ну, что-нибудь только совсем простенькое, если... О, ушки. Можно кицин сделать. Там пурпурный у нас. Ушанка есть, да. Но мы ее ставить не будем. Какая-то на свет. А, это внутренность. Вот внутренность пузыка будет серенький, наверное. Да, серенький мне больше нравится. Или вообще можно тоже пурпурненький сделать. Во, вот такие. Что еще есть? Ну, рога нам, наверное, не нужны все-таки. О! Ничего себе. А, ну электро, конечно. Блин, ее не видно за прядью волос. Подождите, а можно как-то вот волосы убрать? Я волосы сейчас надо будет поменять ей. Где там у нас волосы? А, у нее все равно платье закрывает. Не получится. А можно как-то повыше поднять?
Аксессуар. Да, это аксессуар не получится. Ей только вот такой получится. А, вон, поводочек типа у них. Будет поводочек. А, то есть у него голые руки, да? Есть. А, ну, браслетники. О, бантик. Бантик. А, кстати, как-то помещать можно было вообще, на самом деле, какие-то вещи вот эти. Пурпурный-то есть вообще, нет? Во. Это что такое? А, это на бедре? Это вообще везде, короче. Нахер, ладно, вот не нужен тогда. О, одежда. Оу. Ничего себе. Для котейки, наверное, нам подходит все-таки больше вот эта вот вещь. Ну, вот это, по-моему, не нужна вещь. Да, вот здесь не нужны ей совсем. Тоже не нужен. И в отдельную игру, да, да. Но так как игра мне понравилась, будем настраивать. Это цвет чего? А. Ремень пусть будет черный. Это цвет чего? А, этих самых. А, пусть тоже будет черный. Это цвет чего? Тоже пусть черный будет. Это цвет чего? Это я даже не вижу, чего.
Я даже не буду цвет чего это. Тогда аксессуары дальше. Вместо вот этого ставим тогда вот это. Во, вот сейчас подходит. Ну и тогда надо, у нас голое получилось, надо тогда еще что-нибудь. Это рюкзачок? Это рюкзачок, да. Ну, вроде сойдет, короче. Жесть. Сколько же здесь всего? Это просто пипец. О, хвостик. Что, пацаны, делаем хвостик? Она же у нас все-таки кошечка. Правда, он у нее почему-то без бантика. Так, расположение. Боже мой. Охренеть. А еще что с ней можно сделать? А, все. А, нет, не все. Че, все? Нет, не все. Пиздец. Серьезно? Охренеть просто. Ну, надо, чтобы не пошло просто. Вот так вот будем считать. Что, типа он позвонок. Ну, продолжение позвонка, а не из жопы у нее торчит. Это типа. Ну, типа хвостик, она у нас типа. Типа тян. Так, бантик. А, бантик тоже можно поменять, да? О! По центру будет. Заебись. И чуть побольше. Во! Вообще хорошо. О, еще уши можно тоже ей поменять. Сейчас. Уши. Голова. И поменьше. Пиздец. Как Петрович вообще в эту игру играл? Да, защитная маска. Во. Жалко, выключить ее нельзя. Выберите маску, вид маски не влияет на характеристики. Ну чё? О, ничего себе.
Воу, детка, блин, вообще нормально, вообще нормально. Давайте я тогда прядь волос еще тоже пурпурнику сделаем. Почему не окраси ей волосы, как-то неправильно это, да? Пурпурный полноценный есть? Есть. А это что такое блеск? Оу, oh, так, смородину, ну что, одобряешь? Как тебе? Какую мы китикет сделали? Разрешайте ее закосплеить. Фотки можешь мне прислать. Только хвост надо темнее сделать. Хвост слишком светлый. Можно даже хвостик, короче, попробовать все-таки другой. Можно попробовать вот этот хвост. Все-таки сделать. Просто поменьше его размером сделать. Или даже вот этот. Вот этот. Сейчас мы его сделаем только. Ой, не успел заметить. Талия сзади, вон. Типа он висит на этой хуйне. По-моему, норм. Спасибо. Спасибо. Да, вот этот мне нравится больше. Хотя он слишком маленький. Блять, он слишком маленький. Здесь уже на метелку похоже. Блин, хвост, короче, не получается ей сделать. Мелкий какой-то. Ладно, попробуем этот хвост. Во. А где тот узорчик, который мне нравился? Блин, только что же был. Во. Во. Я буду в паутине у него. Нет, так в шерсти кого-то какой-то. Вот так полосатый пусть будет план. Короче, хер с ним, пусть будет длинный, потому что тот выглядит вообще не пойми что. Можно, чтобы он касался это пола. Хотя ладно, и так сойдет.
Бля, не, выключу его, нахуй не нужен, короче, на хвост. Просто и какой-нибудь херня на это самое нелепо выглядит, не подходит, не получается хвост сделать, короче. Так. Во. Вот этот просто херню сделаем, и нормально. А зачем? А не надо, собственно. Так сойдет. Перемудрить тоже такое дело нехорошее. Во! И все. И нормально. Всем привет, кто подходит. Не снять, пишите в чатик. Буду рекламку вам надо включать. А то что-то молчите. Xbox у нас новый, да? Вот, разрешается стримера поздравлять всячески. Вот. Будем скоро с вами в стриме всякие разные игры. Много. Так. Прилечь. Тут что-нибудь можно найти, не? Да, сходили, блин, называется. Эксплорили. Так, а мы что-то вообще должны здесь с кем-то что-то как-то или что? Зараза, могла бы оружку дать. Just so there's no. Че это такое? А че вообще это такое? А, ну повысить уровень можно. Повысим. Так, у берсерка что-нибудь может нам интересно есть. Повышает силу следующей атаки. Активный, активный, пассивный. Улучшает баланс. Да, мне интересно. Это неинтересно, все, обилки. Подарки. Так, а что я в итоге? А, типа мы достаем оружку и можем идти. Забираем оружку и... Ясно, это, короче, боевое это самое. А можно я вот это заберу, у тебя тут светится что-то? А, это магнитофон у него, я понял. Чел, а я что-то не въезжаю, что ты меня хочешь, что ты? Вот с этой я еще не поговорил. Чел, что ты от меня хочешь, я не понимаю. Вроде не так лежит, когда это самое электричество врубают. Она также лежит и бессмысленно смотрит в потолок. И ждет. I've done what I can to let revenants have blood. However, your blood has no specific your abilities. You were able to gain another revenant. Supposing I'm going to give you if my theory is correct. Well, here goes. Он нам свою кровь дает. Всем привет, кто подходит, не снять, пишите в чатик. Прометей. Универсальный, но хрупкий, позволяет быстро уклоняться и парировать. Вы получили новый вид крови. Did you go visit Murasame and Coco? Weapons and you should take what you've got. Но...
пойдемте посмотрим, что там за новый у нас код крови. Что за новый код крови? Призрачный натиск. Тут еще винтовка нужна обязательно. Испаритесь и нанесите рубящий удар в прыжке. Три хора. Такой себе. Огненный удар. Позволяет выпускать залп пылающих снарядов, ошеломляющих противника. 5 из хоров. 5 секунд. Дробление. Огонь. Воля D+. Ну вот это, кстати, неплохо. А, это дымка нужна еще. Временно повышает силу. Временно позволяет вам пассивно. Повышает количество задач, получаем при уклонении. Нам не нужно. Повышает силу атаки при сражении одноручным мечом. Не надо. О, силу и ловкость повышает. Но нам тоже не надо. Полностью становится способ парирования. Блокировать удары врагов. Давайте посмотрим, что за огненная дымка. Наследовать его, чтобы победить, это надо... А, вот, повышать уровень еще можно. Йогурты, йогурты. Вот оно что, Михалыч. То есть это что, мы можем вот это повысить? Нет, не можем. А почему не можем это повысить? Какие-то можно повышать, короче, а какие-то нет. То есть у базовых, короче, ничего поднимать нельзя. А вот этих можно. Чтобы повысить уровень, получил возможность, можно использовать дымку определенного тела. А, нет, это открыть возможность унаследовать. Это можно унаследовать без это самое, я понял. Давай, пакет 2 шалаша скин. То есть мы можем вот так нажать и унаследовать. Понял, понял. Подождите, а что, собственно, это за хрень-то, собственно? Можно узнать вообще? У нас остается разум и воля хуже, да? А, да, слушайте, разум и воля-то здесь похуже. Нам не очень хотелось бы за это играть. Можно унаследовать тогда, в принципе, реально, что бы и не унаследовать. Давайте нажмем унаследовать, в принципе, что бы нет. Дымки не достаточно, блядь. У меня есть она сейчас. Стоит единиц дымки. Блин, дороговато вообще так-то. Не, нахер, короче, тогда побегаем, поиграем. Так, нам там чуваки должны были уже помогать, нам рассказала. Я бы хотел, конечно, винтовочку. Если, так сказать, возможно. Основной дополнительный. Угу. Мы же с винтовкой играем же, да? Да. Недостаточно дымки. И сколько это стоит? А, 600. Ни хрена себе. У меня 3 дымки, пиздец. Улучшить кровавую вуаль. Дары свет, тьма. Пиздец. Модифицирует снаряжение. Во что я могу? А, увеличить вес можно. Увеличив дамаг. Но тут нужны всякие какие-то хреновины, которых у меня нет. Тоже ничего нет из этого, да?
Зашибись. Ладно. Купить. О, кровавые вуали нашли. Коэффициенты селения. Ну, воля разум, да, CC. О, C плюс, C плюс. Хорошая. А, у меня на есть лоу. Но... Ладно, что тут уже не важно. У нас нет ни хрена. Еще мы себе денег подняли, мы теперь можем улучшить. Ковецкое железо, еще одно нужно, блин. Даже может, мы можем ту купить. Вес 23. Физический урон больше. Разрубание. Баланс. Сопротивление. Но он меньше, короче, сопротивление дает. Но слегка даст нам больше. А, это физуха, это атака иссушающая. Он не дает нам бонус атаки. То есть это бесполезная херня, по сути. Иссушение, физический урон. Ну да, это бессмысленно. Очень сложно понять, очень сложно, сложно, очень сложно. Короче, не трогаем пока здесь ничего. Так, здесь ничего сделать нельзя. Все, ладно.
Понятно, пошел дальше вот к этому. Ты что делать умеешь? Стратегия, противоядие, мышечный релаксант. Что-то ничего интересного не было вообще, женщина. Ох, нихера, уже 8 часов. Ёперный театр, 3 часа сижу. Охренеть. Охренеть. Так, а как мне начать? А телепорт. А куда мне идти теперь? Чел, а куда мне идти? А куда мне идти теперь? Бля, если бы я понимал. Чел, а куда мне идти? Я не совсем понимаю, куда мне сейчас идти. Хотелось бы новый этап начать, чтобы потом не ходить, не бродить. Может, на перекрест? Не, я не понимаю, куда мне идти. Здесь мы убивали чувака. А, во. О, двуручника как раз взяли, отлично. Вот туда нам нужно. То есть тут типа бесшовный мир. Так это хорошо. Ой, подлагивает, подлагивает. SSD-шник, ты чё? Xbox. Ты чё подлагиваешь-то?
Нехорошо, нехорошо. Ну, это старая игра. Но забавно. Подгружалось все равно. Так, нам бы сейф найти и сохраниться бы. Хотя мне так кажется, что надо было, наверное, вырубать уже. О, да. А, блин, тут же есть, ёпта, тут же есть этот quick resume, ёпти, чё я запарился, тут же есть quick resume. Ладно, окей. Выйдем. Надо было quick resume оставить, ну окей. Так, ну чё, спасибо большое, что смотрели. Вечерком, наверное, покатаем еще Destiny с вами, посмотрим, что там, как вообще будет. Вот. Приходите еще. Молодцы, кто был. Молодцы, кто пишет в чатик. Хотя сегодня что-то это не особо общительный чатик был какой-то. Не особо общительный, но ничего страшного. Главное, что вроде как были люди, и здорово. Вот. Если все будет хорошо, к вечеру скачается Destiny, то поиграем через пару часиков в Destiny, хотя, конечно, уже 8. Я сейчас поставлю качать. Будем надеяться, скачается. Вот. До новых встреч. До будущих побед, друзья. Пока-пока. Оставлю вам рекламку, если она у вас работает. Thank you.